Здравствуйте, с вами Снежана. Давайте посмотрим, какая вероятность вашего совместного будущего. Какая вероятность, есть ли она? Притяните джентльмена сюда и давайте посмотрим вероятность вашего совместного будущего с этим человеком. Ой, что-то вы видите, вы там друг на друга, что у вас произошло? Девочки, здесь сказали, что произошло, да, страсть и неопределенность. Здесь страстные отношения, которые прямо ух, огонь, да. Сейчас обида, в обиде либо вы, либо он, либо оба сразу, но друг друга как будто бы не замечаете, потому что все неопределено. Здесь не может быть, мужчина не может определиться, пока что не показали, да. Король кубков здесь, который сейчас ушел, да, куда-то там. По четверке монет здесь и говорится, что мужчина, да, какой-то скупой стал на все проявления. Скупой стал на все проявления. Здесь нету отношений вообще. Девочки, что все на бывших-то смотрим? Почему нельзя посмотреть, да, на тех, кто сейчас и с кем вероятности огромные? Здесь, знаете, как сама жизнь вас вот в разные углы раскинула, чтобы этого человека с вами рядом не было. Здесь показан король кубков, который, да, любит словами, в уши заливает и ничего не делает, да. Он много говорит, но не любит тратиться, не любит проявляться тогда, когда он не хочет, да. То есть здесь его желания важны. Здесь будет человек проявляться к вам, девочки. Будет. Но я вам скажу, что это не любовь, это влюбленность. Здесь проявление, воскрешение будет. То есть человек, это еще не все у вас, это не конец. Но это не любовь. Это, знаете, как прилив-отлив. То есть сейчас вот я так, а завтра я передумал. Здесь вот так вот. Рыцарь жезлов, да, со своим жезлом. На новое, готов к новому, готов взаимодействовать, готов говорить, да, готов, вот, ты мне, я тебе, то есть, вот сейчас, вернее, в скором времени придет время, когда он опять оттает, когда опять он захочет взаимодействий, да, с вами, то есть, что-то опять, какие-то планы поставить, построить цели. Здесь очень хитрый, семерка мечей, очень хитрый. Отношения повешенные, да, отношения развиваться толком не будут, девочки. По луне это все равно уйдет в небытие. Здесь мужчина ищет развлечения, он и не ищет совместного будущего. Он ищет легкой жизни, легких отношений. Он, вы знаете, был бы рад с вами, да, проявляться к вам по королю чаш всегда. Вот проявляться время от времени, да, на протяжении неизвестно каком, но только вот так вот легко. Остальное все нет. Остальное все это повешенная луна, то есть не развивающиеся отношения, которые, да, висят, и приходится только о них думать, и вообще думать в отношениях я или нет, да. И луна это иллюзии, фантазии, да. Это видение того, чего нет. Да, и принятие вот этих теней за реальность, девчонки. Мужчина здесь очень хитропопый, лис он. Он всегда находит, как взять то, что ему надо. Вот, ну, вот извернется всяко, да, чтобы это сделать. Вероятность совместного будущего нет, девочки, нет. Здесь-то барахтанье. Выяснение отношений, да, секс, пожалуйста, вам, да, с дьяволом, если соединить, но не более. Здесь у каждого своя дорога, у каждого своя дорога. На какой-то период будете сходиться, но вместе с
совместного будущего, девчонки, к сожалению, нет. Как бы не хотела я здесь сказать вам обратное.